Оп, новембер. Ну, название простое. Короче говоря, продолжение литерных карт. Что такое оп, я даже не знаю. Просто операция, наверное. Как обычно, заставки тут нет. Порадовать нечем. Так, ну вот эти все точки. Это даже сложно. Ну вот так примерно. Сложно их на одном квадрате видеть. Какие-то разбросанные точки. А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж и H. Ж подземелья и H такой небольшой какой-то. В горной местности. Ну вот все эти точки. Так, сейчас включим. Так, тут можно брать танки, вертолеты. Ну, наверное, поедем на танки. Что рисковать? Так, точки А и поехали. Вот Гиена, Сильвербэк, Вас и Рад помогают. А что надо делать? Все, уничтожь все боеприпасы. Ликвидируй все боеприпасы, уничтожь радиоэлементы. Ну, понятно. Поехали наши товарищи. Блядские деревья, сука, как вот проехали. Аккуратно, деревья мешают. Так. Поехали. Сейчас точку А сходу берем. Блять, куда пронесло-то? Куда пронесло-то? Давай назад. Все. Так, тут боеприпасы внутри. Так, отлетей. Надо уничтожить. Хорошо, что наши чуваки помогают. Сейчас посмотрим. Так, боеприпасы все ликвидировали, не все. Да, все, приезжайте. Все, садимся в боевую машину. И едем дальше, к точке Б. Да, это самое лучшее на танке ехать. Там вот плохо, что пустой лес. Как про него проедешь? Там херово. Блять, он весь этот ебучий танк не может деревья-то ломать. Так, тут форт, короче. Там еще я смотрю. Ну, нафиг только не бей. Форт, Б это форт. Блять. Стреляет. Как осина оси.
борту-то и добре. Ой, всех сносить. Брать капоху. Это нормально. Пил он уже, я сделаю. Давай, я. Капоху, да, я сделаю. Щитовой надо попасть. Давай, блять. Щитовое. Все нормально. Щитовую-то я выбил. Танк плохо, что спалили. Блять, аккуратненько. Да ебать, что делаю. Взяли форт. Сейчас, подожди. Блять, сгорел. Надо покончить с боеприпасами внутри порта. Так. Кстати, их можно расстреливать. Хорошо. Теперь точка С. Бля, это не С, это F. А С где? Ну давай возьмем нового танка, да. Проедем туда. Да, такая карта. Ой, блядь. Еще надо проехать, видишь, сука. Между деревьев сложновато. Проскочить назад. Сука, блядь, не едет. Обычные сраные ветки, ему не проехать. Садись в машину. Горевший БТР. Блять, не проедешь. Сука, эти деревья не дают танку проехать. Блять, тут не проехать. Блять, проехать. Да, вот по дороге. Говну даже это не проект. Как гром, блядь. Едет. Проехать там, блядь. Нам придется так, наверное, бежать. Там же танк. Да, блядь. Ну что-то от точки F, что ли, прорваться. Блядь. Круглый форт. Ну попробуем так. Какие-то побежали. А, Б. Потом F включается. Ну давай вместе с ними так и будем. Тут раз тут. Вот.
перебито. В принципе, ящики-то можно уничтожать просто огнем. Все нормально. Теперь куда эти чуваки побегут? Понятно. На штурм Е, а чё? Как бы С и Д стороной, что ли, оставить? Блять, не вернуться. Ты знаешь, танком-то тяжело действовать, чёрт. Густо обросшая. Надо дальше захватывать КПшки, три уже захватили. Что-то надо думать. Да, да, хуй там. Сука, тут не пройдешь, тут видишь, танк стоит. Да. Блин, да, стоит танк. Ну а к С сможешь ты прорваться или нет? С это заброшка. Быстро вовнутрь. Всё, сигай, сигай. У тебя теперь парализатор. Всё, хорошо. Тут боеприпасы можно... Вот надо ещё точку С взять. Боеприпасы можно просто расстреливать. Это, конечно, классно. Так, смотрим. О, КПХ, давай бери. Все. Хорошо. Куда на мотоцикле не смог проехать? Все, я взял. По танку теперь. Давай, давай, давай. Спали его. Все, это я взял. Все нормально на последнем издыхании. Где наши там ребята будут, не знаю. Так, танк ликвидировали. Сейчас давай наверх. Пошел. Блять. Надо зачищать дальше. Блять, сейчас он тебя убьет. Пошел наверх. Ноябрь карта, наверное. Все, заброшка. Ах ты, блять. Заброшка зачищена. Теперь точка Д еще где-то надо взять. Так, давай туда на танки. Абрамс. Вон она совсем рядом. Так, ну-ка поехал. Бери капоху. Там все нормально. Так. Пошел, пошел. О, блядь.
два трупа, смотри, вдвоем сдохли. Кто там? Ну да, это, в общем, деревяшка. Да. Ну уже на юге все точки сейчас будут захвачены. Кроме ей, пойдем на север. Ей это городок. Давай заброшку уже зачищаем. То есть не заброшку, деревянную. Там еще и подземелье будет. Вот тут радиостанция. О, радиостанция это. Еще надо будет что-то. Похоже, не да уничтожили. У, блядь. Давай чистим. Давай поскорее. Ты, блядь, тут их дохуя подходит. Так, хорошо. Танк еле живой, но попробуем туда немного проехать. Вот в сторону Е двигаться. Нормально, с трупаков. Ой, блядь. Надо туда садануть. Пизда тебе убила три танка. Так, ну надо выдвигаться туда к Е. И это очень маленький населенный пункт. Ну, крошечный пойдем. Там идет бой. Дозорную вышку, конечно, снять. Так, где у них тут пулемет, блять, расстреливают. Все время они тут возрождаются. Так, где пулемет? Блять, сука. Надо вот из-за вот этих руин уничтожить пулемет. Собственно, вот это важная задача. Давай пулемет. Покончить с пулеметом. КПК можно будет взять. Ну-ка, давай-ка, давай-ка. Нормально, нормально. Иди точку Е. Все. Так, так, двоих. Быстренько по руинам. Быстренько не по руинам, похоже. Как далеко, слушай, тебя видит. Давай, давай на вышке. С Е вроде как все покончено, но еще Ж и А и Эйч остается. Блять, сука, там, там целый пост, блять, да. Дерево. Да вот хрен его знает, куда идти. Надо смотреть. Ну, полюбас уже и H надо брать. Там расстреливают. Пулеметчиков надо снять. Тех, кто на крыше стоит, надо снять. Блять, расстреливают. Тут, слушай, ровная метка. Деревянный дом, короче. Там наверняка подземелье под ним. Еще же точка будет. А же это из островерхих домиков поселок. Каменный поселок. Островерхий, да.
наши чуваки тут мечутся. Но надо вот как-то прорваться к точке М. Ж, вероятно, в первую очередь. Да хуя. Ой, блядь. Ну, сука, там-то их сотный. Блядь, это полный пиздец. Я еще гранатами еще всех снять. Давай. Да блядь! Не пси. Блядь, вот как вот прорваться? Тяжеловато, но надо идти. Сейчас все возьмем. Все, окей, окей. Давай вовнутрь. Хорошо. Я уничтожил. Я не знаю, вы что есть? Наверное, есть. Как бы они не стали бы. Так, давай бы им посмотрим. Где вход в подземелье, наверное, внизу. Блять, как долбает. Давай в подземелье быстро сходим. Он гадина. Да блять, слушай, он стоит рядом с тобой. Козел. Ну пошел за штурм. Крестовидное подземелье, уже я такие проходил много раз. Бля, сейчас убью. А что? Это что, пизда? Ну все, надо идти по новой. Подземелье в первую очередь, давай. В огне ни хера не видно. Надо уничтожать. Но надо все равно продолжать атаку. По новой.
За этой плитой ничего нет. Последняя кухня. Главное не спалить. Там еще вон один живой был. Ладно, отходим. Так, Кунара, все, это все чисто. Все, подземелье я вычистил. Еще один урод был. Короче, все, подземелье я все вычистил. Тут радиостанция стоит, но я не знаю. Куда? Там может радиостанцию не трогать, а вот куда, в точку А боеприпасы тоже лежат. Уж радиостанция, но потом. Наши чуваки везде там разведут. На точку H взять. Островерхом. Блять, они не... Блин. Отходят хоть. Пизда, блять. Давай-ка. На крыльях. Надо туда еще прорваться. Надо в любом случае взять. Пока не залезть. Эйч, не будь на другом конце. Что-то как-то я пока не вижу. Давай-ка перебьем боеприпасы. Не все боеприпасы уничтожены. Тут еще есть. Это. Так, давай сюда аккуратненько. Уничтожил стрелка. Все, берем точку H. Вот тут вот что творится. Ну все, H я взял. Все КПшки взяты, короче. Остается сейчас быстренько подзачистить. И все. Кто ходит? Так. Все боеприпасы уничтожены. Остается, в общем, радиостанция, конечно. Козёл там. Вон он. Так, все нормально. Так, тут еще пулемет где-то в точке Б, что ли, один уцелел. Давай тут валим. Сейчас все уничтожаем радиостанцию, и на этом конец. Да, в Б где-то пулемет уцелел. А где он мог уцелить? Или это этот? Так этот не уничтожит. Где? Ничего не понял. Где он сидел? А, вон, наверху, на крыше, на крыше. Давай сходим. Так где он? Где, блядь? Не, подожди, подожди. Нихера не пойму. А, все, я его ликвидировал. Капец. Так, ну давай возвращаемся к радиостанции и быстро кончаем компанию. Да. Компания завершена. Очень простая очень. Хоть и возрождались они все время, но все мы быстро взяли.
Боты, видишь, помогали. Он набирает 1031 очко, 161 фраг. По примерам полторы роты. Операция «Новембер» или «Ноябрь» завершена.